Ты вместе с ними смотрел машину? Так ли это? Минутку, минутку. Айча просила деньги у господина Османа, чтобы купить машину подруги, так? Какая подруга, мастер Салих? Подруга — это ширма. Он ей купил машину. Дочка, ты ведь не так сказала. Ты сказала, что машина ей от тети досталась. Мы взяли в долг. Не хотели вам говорить. Мы для Милек купили. О, Аллах, не дай мне с ума сойти. Какая еще машина? Салих, что происходит? Тахир знает. Мы с ним вместе смотрели. Скажи же, Тахир. Машину купили для Милек. Да, мне показали. Я посмотрел и сказал, возьмите эту. Айча, что за близкие отношения у тебя с господином Османом, чтобы просить деньги в долг? Да еще кому-то со стороны. Ну, взяли в долг. Рассчитались бы. Значит, ты пошел и посмотрел машину, так, Тахир? Да, Ильяс. Я посмотрел ее. Да. Не надо мне здесь рассказывать сказки. Послушайте, мастер Салих, я вам отдал свою младшую дочь, а эта женщина разрушила семью моей старшей дочери. Асия не будет жить под одной крышей с этой чертовкой, которая испортила жизнь сестре. Если вы не предпримете нужные меры, то и у них не будет складываться жизнь. Да. Да, Асия, твой зять в больнице, в тяжелом состоянии. Резал мясо и случайно ранил себя ножом. Папа, как это? Как же человек может ранить себя, когда режет мясо? Смотри, в какое положение ты нас поставила. Скольким людям принесла горе. Убирайся из моего дома, бесстыжая. Уходи прочь. Мама, успокойся. Как тут успокоиться? Смотри, в каком мы положении. С кем мы связались? Кто знает, когда они нас зарежут? Вы не можете это говорить о моей семье. Идем. Любимая, не плачь. Ты на маму не обращай внимания. Она тоже, как и все, в шоке. Ильяс, ты не слышал, что она сказала? Она обвинила мою семью в убийстве. Ладно, нам с тобой надо ехать в больницу. Спасибо. У меня с Османом ничего нет. Мы деньги просили для Милек. Ну что тут такого? Невестка Айча, разве это вам к лицу? Просить у постороннего мужчины деньги в долг. Конечно, все вас заподозрили. Ты иди, Али. Скоро уже утро. Иди, поспи немного. Давай, давай, иди. Ну иди же. Брат, ты не ввязывайся в это. Ты думаешь, мама Фатма пустит ее в дом? Куда ей деваться? Брат, тебе-то что? У нее есть свекор, есть Ильяс. Ты не ввязывайся. Не надо нам на ровном месте портить отношения с мастером. Брат, и так было понятно, что она непорядочная. Сколько разговоров про нее было? Иди же. Теперь ты меня учить будешь? Спасибо тебе за то, что поддержал меня. Слушай, господин Бахаттин зарезал господина Османа. Ты не видишь? Ты хочешь, чтобы и тебе пришел конец? В какие дела ты ввязалась, Айча? И где ты будешь теперь жить? Не знаю. Оставайся у меня. Я позвоню Сибирь. Она принесет тебе что-нибудь из одежды.
Да. Идем. Ну, что они сделают со мной? Погоди, пусть немного успокоится. Осман умер? Утром узнаем. Скоро рассвет. Я рано утром поеду в мастерскую. Ты отдыхай. Никому на глаза не показывайся. Позвони в школу, скажи, что болеешь. Скажи им, что я не виновата. У меня с этим человеком нет ничего общего. Клянусь. Что случилось, господин Осман? Машина сломалась? Да-да, госпожа учительница. И не говорите. Ехал за деньгами на фабрику, и вот застрял здесь. Такая неприятность. Давайте я посмотрю. У жены этого человека паранойя. Привязалась ко мне. Поэтому все это случилось. Ты же сам видишь. Женщина преследует меня. Айча, замолчи. Слушай, мы здесь одни. Мы оба знаем, как было на самом деле. Как можно скорее продай эту машину и отдай ему деньги. Раз ты взяла в долг.